Привет, мои любимые. Смотрите, у нас дождик. И почему-то слушается песня. I'm the rain. Что-то такая красивая. Я девочке послала чайник. Китайский. Сейчас покажу. Такой красивый, с уточками. Где ты? Вот он. Смотрите. Такой прикольный чайничек. И там эти уточки, когда он закипает, они, короче, крякают. Вот. В общем, сейчас расскажу вам. Понедельник. День веселый. Пойдем. Обещала вам рассказать. Вот, послала девочке это видео. Она говорит: боже, какой замечательный чайник, Ирочка. Я тоже такой хочу. У нас дождик реально. Не знаю, если закончился и смогу ли я снимать. Ну, постараюсь. Доброе, прекрасное утро. Времени уже часов 8. Меня Харита разбудила в 4. Просилась гулять. Я вызвала подругу. Она пришла, ее забрала, и они ушли. Ой, как хорошо. Без Хариты идти. Хотела зонтик взять. Погулять под зонтиком, под дождем. У нас тут уже пол помыли. Видите? Все мокренькое. Так свежо в подъезде. Все ступенечки чистые. Красота. Прекрасный понедельник. Все блестит. Такая умничка. Она у нас это уборщица. Всегда такая чистота. Благодарю. И слава Таета. Мир ее рукам. Вот. И девочка мне говорит: хочу такое. Я говорю: так а что тебе мешает? Едь в Китай и возьми себе такой. А, я же вам водянку показывала. Вот у меня водянка, видите? От крыжовника я так отрезала часами. Дождик, как же я пойду? Под дождем-то. Не знаю даже. Значит, не пойду. Не пойду. Потому что телефончик мой под дождем крякнет. Она говорит: как же я поеду в Китай? Я не могу. По денежным этим, как его, в общем, нет возможности. Я ей говорю: ну ты же сотворец своей реальности. И ты произносишь свои божественные слова, которые как монолит. Ты говоришь: я не могу. И уже материализовала свою реальность. И уже создала ее. Ты же сотворец по образу и подобию. А почему ты не говоришь: могу? Вот только поверю в это тотально, бесконечно. И сразу же буду в Китае и куплю этот чайничек. И все. Она говорит: ой, Ирочка, я не могу так, как ты. Я от тебя очень далеко. Я говорю: кто это говорит? Это говорит твой ум. Вот наблюдай его. И спроси сразу, кто говорит. И твой ум сразу испугается и замолчит. И не будет тебе выкидывать такие разделения на меня и тебя. Потому что все едино. Нет границы, нет разделения. Вот если ты возьмешь меня за ручку, закроешь глазки, ты почувствуешь и осознаешь, что нет границы между моей ладошкой и твоей. Нет разницы, все едино. Нет границы между телом и вот этим всем пространством вокруг, воздухом, и между вот той птичкой. Потому что где мое внимание, там я. Все, я уже птичка, я уже там полетела, куда-то за дом. Понимаете, потому что мое внимание — это внимание абсолюта. Это внимание Бога. И точно так же ваше.
а все разделяет ум. Говорит, ой, я не могу. И сразу же ограничивает тебя безграничного, безграничную. И сразу же вставляет тебя в рамки того, что ты что-то можешь не мочь. Как ты можешь чего-то не мочь, если ты по образу и подобию? Если ты проявленный Бог вот здесь, в материальном мире, нет ничего, чего бы ты не могла. И на тебя и меня тоже разделяет ум. И на могу, не могу и так далее тоже разделяет он же. Просто наблюдая его. Просто спрашивает, кто, говорит, кто не может. И так далее, и так далее. Нет разделения ни на нас, ни на могу, не могу, ни на пол, ни на что. В общем, мои любимые, дождик. Я могу идти под дождиком. Я все могу. А телефончик, да, не может, потому что он ограничен. А я безгранична, поэтому мне пофиг. Дождик, снег, солнце. Я проявленный абсолют. Могу все. И поэтому иду.